Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! У нас с вами приближается праздник, и любой хозяйке хочется, ну, чтобы хотелось, да, чтобы на столе мы как-то отобразили с вами восточный календарь. И, может быть, салат оформили вот именно мордочкой обезьяны. Вот сегодня я хочу вам предложить салат, и будем мы его делать не обычно, как обычно, горкой, а сделаем именно мордочку, веселую, задорную мордочку обезьяны. Что нам понадобится? Нам с вами понадобится блюдо, обязательно, на которое мы будем выкладывать наш салат. Нам понадобится с вами полстакана сухого риса. Рис обязательно должен быть круглый, и мы его должны с вами будем отварить и подсолить, когда будем варить. Но он не должен быть рассыпчатым, он должен быть как бы немножко липковат. То есть это у нас с вами будет именно основа мордочки. Нам с вами понадобится один свежий огурец. Его я вот так мелко порезала. Нам понадобится 3 яйца, желтки мы мелко порезали и белки мелко порезали. То есть желтки отделили от белков. Нам понадобится майонез, нам понадобится с вами укроп, его я мелко порезала. Нам понадобится салат для украшения, нам понадобится с вами оливки, чтобы делать мордочку обезьяны, и нам с вами понадобится репчатый лук. Репчатый лук, у меня ушла одна луковица, я его мелко порезала и заранее обдала кипятком, чтобы он не горчил. Ну что ж, давайте с вами приступим к формированию мордочки. Как мы будем с вами делать мордочку? Сначала мы должны с вами сделать основу из риса. То есть основа мордочки, это мы по возможности должны с вами выложить круг. Мы с вами сделали вот такой, вот тут немножечко, круг из риса. Что теперь мы должны с вами сделать? Мы должны сделать у обезьяны щечки. То есть вот здесь сбоку, вот так, мы должны с вами приделать нашей обезьянке щечки. С одного края и с другого. Щечки мы сделали. Видите, сбоку это щечки. Теперь что мы должны сделать? Мы чуть-чуть, где-то примерно одну ложечку, вот так, как бы должны вытянуть у нее макушку, чтобы вот не совсем кружок, но вот даже вот так вот я ложечкой это сделала. Вот. Теперь мы с вами должны будем сделать у обезьяны что? Ушки. Вот так. Ушки мы делаем вот здесь. При помощи деревянной лопаточки мы с вами вот так вот аккуратно, аккуратно все делаем краешки, чтобы у нас действительно с вами получилась мордочка обезьяны. Вы видите, это у нее щечки, ушки, а это у нее головка. Ну что ж, что мы теперь с вами будем делать? Мордочку мы с вами сделали. Теперь мы должны будем ее намазать майонезом. С вами мордочку обезьяны намазали майонезом. Что мы теперь с вами делаем? Мы берем и засыпаем ее зеленым укропом. Вот так. Делаем это все, стараемся. Теперь мы с вами следующий слой. Мы с вами выкладываем наши кальмары. Это могут быть кальмары, это могут быть любые консервы рыбные. Ну, все-таки Новый год, и я думаю, как бы кальмар повкуснее. Теперь мы снова смазываем все майонезом. Следующий слой у нас с вами лук. Сверху майонеза мы кладем лук. На лук мы немного накладываем с вами майонеза. Вот так, совершенно чуть-чуть. И если, конечно, вы хотите, вы можете подсаливать каждый слой. Но я этого не делаю. Все зависит от того, кто как любит соль. Так, теперь слой идет огурец, свежий огурец. Вот так, аккуратно, аккуратно с вами выкладываем. И опять поверх огурца мы с вами наносим слой майонеза. И вот так аккуратно, аккуратно. Теперь мы с вами должны все аккуратно, аккуратно засыпать белком, чтобы огурцов у нас по возможности, вот верхний слой, чтобы их не было. Теперь мы с вами берем и нашу мордочку, засыпаем вот так аккуратно, аккуратно желтком.
Вот так. Дальше мы с вами вот так вот, вот так вот, такой вот полосочкой посыпаем желток. То есть получается, как бы мы у нашей обезьянки делаем такую вот как бы шапочку. На край ушек, вот так вот, чуть-чуть, мы тоже немножко посыпаем желток. Вот на наши ушки. Вот так. Сейчас нашими оливками мы вот так начинаем с вами делать контур. Контур нашей мордочки. Вот мы сделали с вами мордочку обезьяны. Здесь мы тоже все выкладываем вот так вот разрезанными оливками. Что? Середочку глаза мы немножечко добавили майонеза. Ну что ж, теперь, конечно, у нашей мы должны с вами одеть и нарядить нашу обезьянку. Мы должны из салата вот так сделать ей красивый-красивый бант. Вот такой красивый бант мы сделали нашей обезьянке. Сюда мы положили вот так вот оливку. Это как будто у нее брошь, да? А теперь мы должны с вами сделать ей задорный-задорный интересный чубчик. Такой из укропа. Чтобы она была у нас такая вот смешная-смешная интересная обезьянка. Вот такой необычный в оформлении салат мы с вами приготовили. Ну и, конечно, все, мы с вами готовы встретить год обезьяны. Всем советую, конечно, приготовить этот салат. Он того стоит, и не так-то уж, как говорится, с ним кропотливо и работать. Но зато это очень интересно и симпатично. С вами была на своем канале «Высадули в огороде» Юлия Меняева. До новых встреч. Пока!